Сегодня будем делать шашлык ассорти. Курица шейка, курица крылья, индюшка бедра, индюшка грудь, свинина шейка, баранина ребра. Приправы добавляем все. Начинаем с соли. Соль лучше крупную, но у нас сейчас мелкая. Итальянские травы. Всего должно быть понемногу. И чили, перчик обязательно. Обалденный запах. Смоем крылышки для дальнейшей мариновки. Итак, маринуем куриные крылья. Первая соль. Опять всего. Кидаем, чтобы было очень вкусно. Индюшка. Бедра. Маринуем по отдельности. Разделка мяса индюшки для последующей мариновки. Мясо само показывает, как хочет, чтобы его порезали. Шашлык добавляем чабреца. Индюшка, грудка. По-любому, чтобы блюдо было вкусным, надо его готовить от души. Любое от души приготовленное блюдо считается вкусным. Соль, перец, чабрец. Да, чабрец. Кто-то может удивиться, что из чабреца делают чай, но чабрец отлично идет для мариновки мяса. И лук. Размешиваем. Барана маринуют на костре, просто соль и перец. В данном случае я делаю это здесь. Маринуем грибы. Соответственно, соль, перец, чуть-чуть остренького. Все, теперь все перемешиваем. Грудки насаживаем ровно, красиво. Что красиво, то и вкусно. Вообще-то мясо должно постоять в маринаде где-то день. Так как мы собрались это делать спонтанно, мы делаем все на ходу. Насаживаем индейку, но теперь бедро. Насаживаем куриные крылышки. По-моему, самый вкусный шашлык из всех имеющихся. Насаживаем баранину. Да, когда ты, ну, глядишь. Ну, уже да. Баранина.